Маленькие мечтатели. Всем большой привет, добро пожаловать на канал. И сегодня я хочу вам показать свою новую партию эксклюзивной одежды для куколок OMG и Rainbow High, которую я шью сама. У меня появились новые наряды, а также полюбившиеся многим прошлые модели одежды в новых расцветках. Сразу же после выхода обзора фотографии новых нарядов я выложу в свой Instagram и группу ВКонтакте, где вы при желании сможете приобрести для ваших кукол то, что вам понравится. Ну а теперь давайте-ка начнем обзор. Начать я хочу с пушистых пижамок Кигуруми. Я их шью из пушистого разноцветного плюша с подкладкой и манжетами из золотого трикотажа. Поэтому они получаются такими красивыми, яркими, милыми и очень тискательными. Такой кигуруми запросто сможет заменить вашей куколке полноценный аутфит. И при этом вам не захочется упускать ее из рук. В наличии у меня есть котики, зайчики, единорожки и даже пандочки. Появились новые расцветки кигуруми в голубом, нежно-розовом и оранжевом цветах. Цвета моих кигуруми разнообразны, и они подойдут любой куколке OMG. И на нашем канале сейчас проходит розыгрыш на вот такой милый кигуруми котика. Ссылка на конкурсное видео также будет внизу в описании. Не упустите возможность выиграть для своей красавицы уютный костюмчик. Думаю, вам интересно, налезает ли на первого парнишку OMG кигуруми. И хочу сказать, что да, благодаря его астеничной фигуре кигуруми налез на него идеально. И я все никак не могу решить, на кого же он похож, на хитрого лисенка или на котика. Те, кто давно смотрит наш канал, знают, что выкройку такого кигуруми я придумала и построила сама. А также сняла подробный мастер-класс о том, как шить такие кигуруми дома, своими руками. Ссылочка на это видео будет внизу в описании. И, как вы уже заметили, свои фото я с недавних пор стала подписывать, так как в Instagram мне в подборку все чаще попадаются наряды для OMG, уж очень напоминающие некоторые мои работы. В основном те, на которые я показывала мастер-классы на канале. С одной стороны, мне даже приятно, ведь если другие люди пытаются копировать и шить кигуруми и другие наряды по моему образцу, значит мои работы все-таки пользуются спросом и нравятся людям, а это для меня важно. Ведь для создания того или иного наряда я прикладываю очень много сил и старания. Ну а если вам захочется приобрести мои работы, а не похожие на них наряды, то их можно найти лишь в моем официальном аккаунте в Instagram или группе ВКонтакте. Других сторонних аккаунтов с одеждой у меня нет. Ну и раз уж мы начали с парнишки, я вам хочу показать джинсы и футболку, которые для него сшила. Я сделала два варианта джинс. Одни я порвала, чтобы сделать образ парнишки более дерзким. А другие оставила в изначальном виде. Фото джинсов я уже сполерила в нашем Instagram. Кстати, если вы на него еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, ведь именно там я часто выкладываю фото новых нарядов, самые первые новости о новинках и, конечно же, спойлеры к новым видеообзорам, которые совсем скоро появятся на канале. Футболочки пошиты из белого бельевого трикотажа. Термонаклейки я клеить не стала. Мне кажется, что и так все смотрится просто отлично. Особенно после той безобразной майки, которая была на нем изначально. Что-то еще шить для парнишки я не успела, так как в нашей коллекции появилась новая девочка Rainbow High, Амайя. Поэтому я сосредоточилась на одежде для нее и для других наших OMG. Покажу вам для начала наряды, которые я шила для Амайи. Из новиночек это платье из радужной ткани, имитирующее рыбью чешую. У платья черный лаковый лиф и окантовка фатином по низу. Мне кажется, этот радужный цвет подошел ей просто идеально. Еще пару таких платьев я шила для LOL OMG. Даунтаун уже успела его примерить, и сидит она на ней просто отлично. Также я пошила для Амайи свои прошлые варианты одежды для LOL OMG. Это ярко-розовый кигуруми Зайка, который очень мило на ней смотрится. В этом наряде ее прямо не хочется упускать из рук. Лаковое черное платье, джинсы и футболка. Тут на нее, кстати, налезли джинсы, которые я шила для парнишки OMG. И еще я заметила, что на нее прекрасно налез один из комплектов со свитшотом. Вещей в гардеробе Амайи пока не так много, но я так думаю, что в будущем я буду постепенно расширять свой ассортимент нарядов для Rainbow High. Уж очень мне понравилась эта радужная дева. Теперь давайте-ка я вам покажу, что же я шила для LOL OMG. Первое, что хочу вам показать, это свой новый розовый спортивный костюм.
Это пробный вариант, он у меня в одном экземпляре, и пошит он из мягкого трикотажа футера розового цвета. Из-за того, что кофточка миниатюрная, пришлось шить бутафорский капюшон, так как капюшон натуральную величину здесь бы смотрелся чересчур громоздко. В мой спортивный комплект также входят кроссовочки. Такие, кстати, я вам показывала в обзоре, когда делала распаковку товаров с AliExpress. Меня давно просили пошить косухи, к тому же весна не за горами, и я решила попробовать. Свои косухи я шила из лаковой ткани. Совсем недавно мне пришли такие вот заклепки, которыми я закрепила лацканы, чтобы они обратно не отгибались. Заклепки просто чудо! Они мне так понравились, что я прикрепила их на все свои джинсы. Но так как некоторые фото я сделала задолго до того, как ко мне приехала посылка с заклепками, не везде видно этот маленький элемент. Но он все-таки есть. Джинсы. Они у меня имеются в 4 цветах. Это белые, нежно-розовые, фиолетовые и бирюзовые. Еще одна новиночка – это серебряные леггинсы. Цвет очень красиво сияет на свету, а сами леггинсы, как и всегда, отлично сидят на кукле. И за счет своего цвета они универсальны и подойдут под любой наряд, будь то топик или пушистый худи. Пушистые худи-котики у меня также появились в наличии. Есть фиолетовый, желтый и теперь в нежно-розовом цвете. Такой вот зимний костюм многим очень понравился. Особенно после того, как я показала на него мастер-класс на канале. Он действительно смотрится на кукле очень круто. Сама ткань на свету смотрится не просто фиолетовой, а скорее жемчужной, за счет чего красиво переливается. Внутри у костюма подкладка из белого флиса, и застегивается он на кнопке. А сами штанишки на резинке. Воротник очень пушистый, а сзади на капюшоне имеется отверстие для густых волос куклы. Весь костюм простеган вручную на машинке, и я добавила пояс с реалистичным белым карабином. Наряды из шифона. Если помните, я ранее показывала вам эту ткань. Это тонкий плиссированный шифон с блестками. Он воздушный, красиво переливается и отлично смотрится на куколках. Этакий летний романтичный вариант. В наличии вновь появились асимметричные костюмы для роллер-чик, новый наряд для свэк и блестящий золотой костюм для Honeylicious. Летние платья. Их я немножко видоизменила, сделала покороче и добавила кружево на лифе и по низу. Снова появились в наличии так полюбившиеся многим лаковые плащики в розовом цвете, в желтом и новые белые. То, что нужно на весну. Ко мне наконец-то приехала ткань для пижамок, и сейчас есть в наличии 7 расцветок. Есть в наличии новые уютные комплекты с котиками в бело-бирюзовом и розовом цвете. А также футболочки, все из того же бельевого трикотажа. И я, кстати, уже приклеила на них термонаклейки с брендами, которые показывала вам в недавнем видео с распаковкой. На нашу новенькую Big Wig идеально село черное лаковое платье и белая шубка. Это наряд из моей прошлой зимней коллекции. Он также многим понравился, поэтому я решила сделать парочку повторов. Ну и последний на сегодня – это воздушные романтичные юбочки из фатина. Есть в 4 цветах, и к ним также есть не менее милые топики с единорожками. А на сегодня это все. Подробнее рассмотреть все эти наряды, а также при желании приобрести их для своих красавиц, можно в моем инстаграм или группе ВКонтакте. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно же, не забывайте поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Всем пока!